Здравствуйте, ребятушки и девчаточки. Я рад вас приветствовать на своем канале Жук-Муравейники, рубрика «Обзор игровых новинок». Зовут меня дядь Саша, великий ужасный. Игра у меня сегодня под названием True Hate. Вроде как истинная я... Отставить не ярость, а истинная ненависть она переводится. Игра эта должна выйти 2 октября, то есть завтра. Но это при условии, что мой обзор выйдет сегодня, 1 октября. Ко мне обратились разработчики, разработчик и издатель данной игры Boom Games, и предложили мне, так сказать, немножко поиграть, сделать ее обзор. Сколько в Steam она стоит, я не знаю, будет, цена пока не указана. Об игре следующее в Steam написано. True Hate — это зубодробительный акробатический платформер с небольшим сюжетом, обернутый в крашено рисованной от руки графику. Проберись к своей цели через темные проросшие шипами лес, глубокие залитые лавой пещеры, цветущие джунгли, туда-сюда, ну короче... Платформер зубодробительный, акробатический. Это основные здесь главные слова, это зубодробительный и акробатический. Я уже немного пробовал в нее играть, поэтому я вам вот что хочу сказать. Я понимаю, почему такое название «Истинная ненависть». Через некоторое время именно это вы начнете испытывать к данной игре. Не в смысле, что я не рад, это, что мне предложили в эту игру поиграть, а в том, что она вас доведет до истинной ненависти в попытках ее хоть немного пройти. Надо заметить тем временем, что у разработчиков не очень неплохое чувство юмора. Так, перейдем, наверное, к игре. Но я уже чуть-чуть играл, я знаю, что мне нужно 30 жизней. Вообще здесь должно быть 500 жизней. Слушайте, уважаемый Игорь, вот ко мне Игорь обращался, один из команды разработчиков. Игорь, почему здесь нет 500 жизней? Для меня должна быть вкладочка 500 жизней. Потому что я далеко в этой игре, сразу вас предупреждаю, продвинуться не смогу. Вот. Но она мне нравится, игра веселая. И мне нравится юмор разработчиков. Мы сейчас с ним быстро познакомимся. Все дело в том, что я криворукий старый хрен, и я в такие вещи плохо играю. Это, конечно, как бы звучит законно, в смысле резонно. Да, я криворукий старый хрен, поэтому я в нее не могу. Но мне от этого не легче. Вот представьте, вы старый дед, и вам говорят: да ты старый дед, поэтому тебя вот девушки молодые не любят. Да, вроде как звучит все резонно. Но, сука, обидно же все равно, что ты старый хрен, и тебя девушки не любят. Вот и мне обидно, что я не могу в эту игру играть толком. Но я буду пытаться изо всех сил. Очень буду пытаться. Вы сейчас увидите, как я все свои 30 жизней положу на алтарь победы в попытках пройти хотя бы один уровень. F. Предлагают нажать клавишу F. Нажимаем. Погоди, как жизнь одна? Как жизнь одна? Смерти 32, да? Вы видели, я уже 32 раза сдох. Да-да-да. Я вроде думал, что я выбрал 30 жизней. Не, мне нужно 30 жизней. Я не туда нажал, понимаю. Криворукий старый хрен не туда нажал. Мне с 31 жизнью тут вообще делать нечего. Я с 30-ю-то тут буду. Во, жизни 30, отлично. Так. Ага. Вот сначала такой вот черт у нас в качестве героя. Я не знаю, что это означает, но в общем такой черт. Он присесть не может. Он не прыгать, не приседать не может. Он может ходить взад-вперед. Но он далеко не уйдет, я вам так скажу. Да. Он сейчас скоро закончит свой. А, ладно. Каспер не любит. Каспер не любит спойлеры. Ну, короче, написано Space. Вот. Это мы сталкиваемся с юмором разработчиков. Когда вы первый раз во все это играете, вы думаете, у вас что-то крашнулось. Вы нажимаете ОК. Тут происходит такая хрень. Вы недоумеваете. Вы пытаетесь это закрыть, а крестик от вас сматывается. Это очень весело. Но это только присказка. Сказка впереди. Угу. Очень понятно. Не очень понимаю, как это по сюжету, что это означает. Вот. Но предлагается опять нажать клавишу F. И теперь у нас вот такой вот найдите ошибку написано. Какую ошибку найдите? Где найти ошибку? Вот я не понял. Какой-то, знаешь, бил шифр в молодости. Когда у него не было шляпы, он еще не был злым. Ничего, злым сейчас буду я. Space, короче, чтобы сильно прыгнуть. Вот уже одна жизнь у меня на. Уже одна жизнь. Но я плохо нажал дважды на пробел. Так. Так это еще даже не самое сложное. Это вообще примитив. Ну ура! Ура! 28 жизней за плечами. Так, не знаю, через улиток надо прыгать. Тут предлагают на пробелы вниз. Тут паук, он меня может загрызть? Ура, не загрыз. Так, ура, я прошел, так сказать, первый уровень. Ну, собственно говоря, на этом все. Я этот уровень следующий не пройду. Истинная ненависть у меня сейчас будет из меня колокотать по полной.
Жаль, что я не знаю, сколько эта игра стоит. Просто за сколько меня... То есть не меня, мне это, конечно, халяву, я-то халявщик. За сколько человека до белого колена доведут такой игрой? Вот, смотри, тут оно, короче, прыгает, все, да, прыгалось, потому что вот эти штуки поворачиваются. Я эту лужу пройти не могу, короче. Как ни пытаюсь, я ее... Вот, ой-ой-ой, о, разбился я, ай, разбился. Жизни 28 жизней за плечами у меня. Не, все, писец, недолет. Я не знаю, от чего там отталкиваться, как отталкиваться. Еще какую-то ошибку надо найти. Тихо, давай-давай, сигай, давай, ай, давай. Да, бляханский, муханский, ну я же почти пробежал. Слушайте, я так далеко еще ни разу не пробегал. Да вот когда тренировался и свои эти 32 жизни просрал. Да, все, пиндец, пиндец. Короче, от меня пожелание, Игорь, 500 жизней. Ну хотя мне это не поможет. Ну какой-нибудь сделать чекпоинт, чтобы вот тут можно было сохраниться. Ну хотя бы, чтобы мне заново все не проходить. Ну хотя, чем нет, я в нее, наверное, больше играть-то и не буду. Мне сегодня хватит. Вот этого Билла Шифра сейчас загублю до посинения. Хоп, хоп, хоп. Опа-на. Слушай, может как-то придумаем что-нибудь, какую-нибудь стратегию. Ну а что, вот эти фиговины поворачиваются. Смотри, вот они поворачиваются. Хоп. Хоп, назад нельзя. Не, назад. Вот как только я прыгаю, она сразу поворачивается. То есть на нее наступить нельзя. Я понимаю. На нее хрен наступишь. Можно наступать только на эти палочки. Вот. Чпоньк. Чпоньк. А, даже на палочку не наступил. Тоже неплохо. Так, Билл, давай. Слышь, ты, Билл, в молодости. Держись, Билл. Ну, блин, а я думал, а что, надо было, может, отталкиваться, а? Пыу, 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 прилетели. Да, понятно. А что, музыка закончилась? Давайте музыку! Дядь Саша прыгает, музыку да... Бляханский, муханский, недолет. Ну, тут только пробел, короче, участвует у меня в игре. Да, все, пиндец, пиндец. Слушай, а на шифте она быстрее не бежит, это фигня. Да и хрен его знает, куда она бежит. Быстрее или медленнее. Прыг, скок, под мосток, на кусток. И на... Ну и она повернулась, и я упал. Я надеюсь, здесь только один уровень. Его пройдешь и выиграешь игру. Если здесь хотя бы два уровня, то я не знаю. Там ценз надо возрастной ввести, знаешь, что до 30 лет, чтобы люди могли играть в это. Потому что инфаркты там, запои, нервные срывы, саму... В общем, самоуничтожение. А, да, прям сам же в ловушку и попал. Ну, я не знаю. 12 жизней у меня осталось. Опа, 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 опа. Давай, давай, а сейчас опять в эту хуйню попаду. Да что же это такое? Короче, я до дерева могу допрыгнуть, а дальше после дерева наступает полный... Наступает полный писец. Возможно, и есть люди, которым нравятся такие игры. Да, даже, наверное, кто-то пройдет. Может, ошибку поищем? Давай поищем ошибку. Ошибка, ты где? Да какая тут в жопу ошибка? Нет тут никакой ошибки. А вниз нельзя никак спрыгнуть? Там вот пробелы вниз. Нельзя вниз спрыгнуть? Давай вниз. Давай вниз. Давай вниз. Давай вниз. Она вниз не хочет. Говорит, хрен тебе, а не вниз. Ну, вот двойной прыжок, она вот как подпрыгивает. Угу, отлично. Угодил в самую эту пеклу. 8 жизней. Да и я говорю, это глушняк. Да я ж пробовал. У меня не получается. Давай, да. Ну вот, блять, вот надо, чтобы вот на эту палочку попала она вот перед деревом. А она вот эта сопля, на нее не попадай. Слышь, сопля, на палочку надо попасть. Давай, сопля, на палочку попадай, давай. Давай. Блин. Синем углу ринга сопля, которая не может попасть на палочку. В красном углу ринга палочка. Это пиз. Пизьма, пизьма, давай прыгай, прыгай, блин, как? Сопля, вперед!
Слушай, а может тут можно... Может, невозможно вообще, может, пройти этот уровень. Может, надо сдохнуть просто раз 500, и там что-то тебе напишут. Типа, вы прошли игру. Я пока только 60 раз сдох всего-то. Я всего лишь сдох только пока 60 раз. Может, надо сдохнуть раз 500, чтобы игру пройти. Я же не знаю, тут же люди с юморком. Вы же видели? Начало какое. Да давай сразу разобьемся. Хрен ли толку-то, все равно она. Вот, пешком пусть уйдет, поискать. Так. Поражение. Выберите уровень сложности, чтобы начать заново. 1 жизнь, 5 жизней, 10 жизней, 15 жизней, 20 жизней, 30 жизней. 30... А нет одной бессмертной жизни? 30 жизней. 30 жизней. Ну, пожалуйста, 30 жизней. Все заново, ёперный театр, да? А если не жать наив, если подождать? Может, что-то произойдет? Ага, что-то произошло, действительно. Дверь видим. Видим дверь. Угу. Видим, что-то за дверью происходит. Пока ничего за дверью не происходит. Пока просто дверь. Давай, вот улитка на переднем плане сидит. Дальше-то что? Вот какое-то чучело вышло, на улитку смотрит. Может, он сейчас съест улитку, и с ним проблемы какие-то случатся? Да, он, похоже, сожрал улитку. У него желтая вон на морде лица осталась. Ты зачем улитку съел? Вот поэтому тебе и поплохело. С улитки тебе и поплохело. А, все, теперь уже надо ходить товарищем. Теперь надо товарищем ходить. А вот здесь... Какую-то ошибку надо найти. Какую ошибку найти? Что значит найди ошибку? Как мне ее найти, если я даже пройти первый уровень не могу? Вот эти зеленые фиговины. Все. Сервис. Ну, это мы уже проходили. Убегающий крестик. Убегай, крестик, убегай. Ну, ждем. Сейчас сопля появится летающая. С 30 жизнями. Да, ну, я не знаю. Мне кажется, еще мне разок и хватит, да? Я думаю, можно завязать. Все равно я далеко не уйду. Не, я не буду наев жать. Давай посмотрим, что тут за ролик мне покажут. Так, сопля. Полетела. Куда полетела? Так, какая трава. Чувак, съевший улитку. Предположительно, может, не съевший, может... Он похож на дядюшку Ау. О, сопля ему в глаз попала. Вон оно что, тут целое... А, он вообще в отрубе валяется, в полнейшей. А тут рядом с ним сопля. Слушай, сопля крупная, это по сравнению с чуваком-то. С голову размером. Сопля жила. Ну, не знаю, что с ней произошло. О, ну я говорю, это билшифр натуральный. Без стока, без этого. Без шляпы. Так, все. Найди ошибку. Найдите ошибку. Ошибка — это то, что я в это играю. Не в смысле, что это что-то плохое, а в том, что я не могу в такие вещи играть. Они мне противопоказаны. Вот. В чем заключается моя ошибка. А может дальше пройти? Опустите дальше! Так где ж ты можешь пройти-то вниз? Ух ты! Ни хрена себе! А как это она так вылетела? Я хочу так прыгать! А как это так у нее получилось, что она так вылетела? Ага, недолет. Слушай, я не понял, как такой получился старт вертикально-прогрессорский. Да ёперный театр! Ты чё не бежишь-то? Пэу, пэу. Так, улитка. Слушай, как мы так это... Как я так это... Погоди, здесь написано S, присесть. Здесь написано S, присесть. Ну, я присел. И что дальше? Ничего не понял. Ну, улитка, может, на тебя можно присесть? Слушай, а вон какая-то это... Может, вон тот домик как можно пройти? Там что-то светится, смотри, как будто домик. Улитка, как мне в тот домик пройти? Вот эту светящуюся хрень. Так, S. Ага, если я сейчас на стрелку нажму, то я вырублю. Ничего не понимаю. Слушай, я как-то вот так здесь нажимал. И она у меня как-то вылетела вообще, как пробка. Как это мне удалось, что она у меня... Я на вниз же... Опа! Ничего не понимаю, как она так вылетает? Как ты так вылетаешь вверх? Что там такое, на паутине, что ли, я не понимаю? А как мне так прыгать через ту штуку? Понятно.
Вот бы мне так через ту штуку сигануть, но правда она просто вверх летит. Она просто летит вверх. Да понятно, второго прыжка нету. Да тут какой второй прыжок? Пэу-пэу! Прыг, прыг! Слушай, как она так вверх стартует? Чё здесь написано S вниз? Я жму вниз, а ничего не происходит. Может, как-то на улитку можно сесть? И в дом с ней приехать? Нет, это она так... Улитка, можно с тобой доехать? Вот, смотри, там какой-то домик. Нельзя на тебе доехать? Тут мне всю какую-то ошибку предлагают найти. Может быть, я как-то могу по-другому действовать? Может, тут есть какая-то альтернатива? Вот улитку ползает, я... Эти светящиеся хрени. Нет, здесь она так не летает. Во, ну что это такое? Как она так стартует? Ничего не понимаю. Что аж потолок пробивает? Как так можно стартовать, что аж пробивать потолок? Ладно, попробуем вниз. Тихо, она сейчас опять вылезет отсюда. Да! Что происходит-то? Я вниз хочу спуститься, она у меня вверх улетает. Какого лешего? Здесь я вниз не могу. А здесь? Не, погоди. Это какой-то капец. Так, ну что я могу сказать? Жизни 21, смерти 23. Короче, Игорь! Я не понимаю, почему у меня оно теперь летит вверх, а не вниз. Я теперь даже спусти... Да, теперь ты не... Спуститься теперь не могу. Что мне делать-то? Оно у меня все время вверх улетает. Я, конечно, понимаю все это у вас там военно-морской игровой юмор, но мне как это... Она у меня вниз не хочет идти. Ага. Так, паук. И чё, он меня не съест? Так, её вообще заклинило. Она никуда не идёт. Сейчас она отсюда вылетит нахрен, как пробка, да? Опа-на, всё, меня заклинило. А, меня паук поймал. Слушай, это что-то и новое. Что такое-то? Сопля не может вылезти. Бил. Всё, писец, заклинило. Вылезает Тедова. Я даже теперь помереть не могу. У меня же 20 жизни. Ладно, может, сейчас вылетит она. Хрен там она вылетит. Слушай, все, писец, ее заклинило. Да ёперный театр. Ну, спасите, помогите мне домой. Не, все, заклинило. Никуда не лезет. Ни вперед, ни назад, никуда. Все, заклинило. Заклин Кеннеди. Капец. Так, ну а что делать-то? Ошибку найдите. Нашел ошибку. Соплю заклинило. Мамочки, меня заклинило. Ну смотри, S и пробел. Ни хрена. Ни хрена. Ни хрена не происходит. Нас заклинило. Да я понял, да. S, space, найдите ошибку. Да ничего не могу. Она не может вылезти отсюда. Ее заклинило. Хрен тебе. Хрен там плавал называется. Это все паук, сука, свою паутину тот сплял и меня. Ну, все, короче. Меня заклинило. Да я все понимаю, вон написано W вверх, S вниз, но у меня никуда никто, ни вверх, ни вниз не двигается. У меня все. Оба-на! Оба-на! Так, приплыли, собственно говоря. Сопля что-то буксует. Ты что буксуешь? Ты вылезла бы отсюда. Да не вылезет она отсюда никогда. Так, короче, я наигрался. Большое спасибо вам, товарищи разработчики, за то, что вы мне дали возможность в эту игру поиграть. Может, вы мне дадите какие-то подсказки, потому что я что-то не понимаю, как мне тут... Как мне быть, я не понимаю. Меня вообще заклинило. В конечном итоге меня заклинило. 20 жизней остаются неиспользованными. Коту под хвост мои 20 потенциальных смертей. Что, друзья мои? Ну что? Как видите, игра не скучная, да? Угу. Очень не скучная. Особенно, если вам удастся пройти вот этот момент с пауком. Тогда будет вообще все зашибись. У меня на этом все. Желаю всем удачи в игре. Остерегайтесь, не знаю чего. Пауков, вероятно. И будет вам счастье. Ну, еще будьте все
Что правильно, правильно, здоровы. Пойду что-нибудь еще интересненькое найду в мире игровых новиночек. Ха-ха-ха-ха.